Ну что ж, всем привет, друзья, с вами Слэм, у нас спецназ победил, сторону выбирают сейчас себе Лемон Докс, друзья, не обрезали, товарищи, Абсолют Legends на найфраунде, на карте Дедаст 2С в студии Слэм, в студии Тафа, друзья, подписываемся на страницы ВКонтакте, Тафа ТВ, SL4M ТВ и вступаем в группу Киберарена ТВ в Стиме и также в группу SL4M и Спортскомментатор в Стиме. У нас первый пистолетный раунд, Абсолют Legends начинает в защите, атаку выбирает Лемон Докс после выигранного раунда на ножах, сказал я себе, ни хрена себе, и... Have fun, boys, пишет Пита Шо, Пита Лаваш Шо, и давайте смотреть, что будет происходить. Так, поджим длина от РДЛ вместе с Лиди в паре, третий и четвертый номер играют в связочке, двойка от Питы, и он уже на парапете. Как видим, сейчас прочекает нижнюю тэшку, либо нижняя тэшка его, да, нижняя тэшка его прочекала, его по нему попали, плюс ноль, его тоже увидел. Вот отсюда стрелялся перк, и первые минусы есть от парня с непонятным ником, который разменивает длину, при том, что вообще в сухую падает РДЛ, падает Лиди от одного из игроков, и изнил последний на длине, это тот парень, который должен закрыть это нападение, к нему стянулся Пита, но Лемон Докс понимает, что они, в принципе, стянули атаку сейчас на длину, и лучше пробежаться по парапету, либо в сторону мидла. Принято решение идти парапет, фаст выход, смотрим на Питу, который кидает великолепную, фантастическую, абсолютно легендарную гранату, которая никого не коцает. Берг уничтожает Пронекс под Б, это выход на Б, ай-яй-яй, дым-центр. Ну как так? Абсолютные легенды. Опять пистолетный раунд проигран. Что они будут делать дальше, я вообще боюсь себе представить. Потому что этим парням надо будет менять, наверное, скоро тег. Лемон Докс минус Пита Шо. И пока вот эти вот, по словам ЛК, недооцененные парни из Лимонных Псов, сейчас крайне дооцененно берут первый пистолетный раунд. Жесткий хедшот от Виста. В завершении жирная точка в пистолетном раунде. 1-0 в пользу Лемон Докс. Двойка раунда светит абсолютным легендам. Тафа пока что бежит сюда как можно быстрее. Выпивший кофе, проспавший час, красавчик в футболке Аль Пачино. Почему он мне нам расскажет прямо сейчас? Нет, потому что Валя подарила. Валя подарила. Да. Так, ну, тут... короче, не в этом дело. На самом-то деле, да, у нас идет игра. Лемон Докс взяли первый раунд. Все очень, опять, печально для абсолютных легенд. Они еще абсолютные легенды, еще и ножи проиграли. Вот. Да, им тащить нужно сейчас очень важно эту карту. Но пока что... Начало крайне печально. У меня здесь просто параллельно два турнира идет, понимаешь, и мне нужно их контролить, а там просто тотальный. Абсолют Legends. Давай минус Кронакс. Ну, слабачок. Вот не дал фраг, не знаю, как он тут не убил. Это вообще смешно, еще красный тебе поднял. А, тиммейт с ним еще красный был, Питы, который, ну вот, no balls man. Не смог он тут дать фраг, зато изнил с подобранным девайсом, неплохо играет. Сейчас могут, в принципе, абсолютные легенды эту пистолеточку ты себе как раз таки забрать. Если говорить в общем-то, то сейчас в этой половине Лемон Докс могут решить исход этого четвертьфинала. Им нужно просто плотно прибить. Да, но вот один момент есть, этот твист, который сейчас может просто казнить. Нет, им нужно плотно прибить. Смотри, смотри, есть, опа, минус есть, девайс. Есть. Минус девайс, спидфайр на Б, спокойненько сидит, 50 кп, знает, что 2 на КТ. А бомба, по-моему, тоже он сити-сайд, да, если я не ошибаюсь. Ой, вот виста 9, это, конечно, печально может закончиться. Один патрон либо от одного, либо от второго, но подсадку. Тут оба, посмотри, два голубка пытаются подсадиться, и пока что голубок с ником есть минус. Лидия минусует твиста и спидфайр. One versus two, хлоп-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 хлоп
хорошо, 2-0, молодцы. Вот поэтому этих парней назвали недооцененными, потому что вот про них и говорили, что шара, в нашару. А потом Absolute Legends сидят и сосут соску. Да ладно, вот эти пацаны на следующем турнире их просто прибьют, пусть радуются. Но... Я очень сильно в этом сомневаюсь, новые лица... Вопрос такой, смогут ли взять сейчас Лимандок с 12-13 раундов и закончить вопрос, играя за атаку на Дасте? Не, либо... вот это уже интересно. Либо у нас будет напряженная карта. Но я хочу вторую карту, чтобы мы взяли реально Absolute Legends, чтобы мы на третьей карте посмотрели на шведское дерби на Нюке. Вот это мне интересно. Я хочу посмотреть, как Лимандок играет Нюк. Именно потому что Нюк мы видели здесь... Ты мне лучше скажи про полуфинал, пока вот тут сливается команда Элфи, это неплохо. Там уже, уже 2-0, нет, наверное. Какой мы будем смотреть, это главный вопрос все-таки. Every Games против победителя этой пары. Нип Маус Спортс, конечно же. Нип Маус Спортс потом мы будем смотреть. Окей, Нип Маус Спортс. Нип Маус Спортс, это ты что, это нельзя такое пропускать. А там, кстати, сейчас 3-0, 3-8. Ой-ой-ой. И давайте посмотрим, кто за кого играет по скорботу. Извиняюсь за мышку на экране. Видимо, как... Да-да-да, 8-3 на второй карте. Динамиков дрючит сейчас Every Games команда. Слушай, ну давай смещаться куда-нибудь в другое место, потому что тут на самом деле стяжка под Б, а на Б два человека, один из них Пит, а второй Пронокс, и они как раз
на вход играют, то есть пропускают команду к себе. Один в тупике, один глубоко в планте, не палясь. Знил поджимает центр, поджимает РДЛ. Сейчас будет инфа. Кстати, сейчас на Б парни могут быть готовы к тому, что к ним придут. Но попадут ли? Ну, лаваш готов, лаваш готов. Смотри, развернулся. А тут такой слоуплей выход. И просто... О-ло-ло-ло-ло-ло-ло! Есть минус от Питы. Пошел второй. Нет, не будет второго. Все, все, все. Питу забрали. Изнил сейчас еще попытается разменять, по-моему, Дэнс. Его слышали, поэтому он даже не выходит с окна. Тяжело ему здесь будет на этой позиции. Ну, 2 в 2. Он ждет РДЛ, у которого есть дигл, который по Т-шке проходит. Нет, залетает на плент. Не видит дефолт, и все. Дал минус РДЛ, хедшот. Стреляет по пленту, плент не раздупляется. Где его соперник? 5 патронов у РДЛа. 3 патрона. 2. 1. Подбирает кольт, жмет. А это не кольт, это Галил. Он Галил уже подобрал заранее. Он просто знал, что его... Он просто знал, что товарищ Spitfire... Там очень мало патронов, просто смотри. Не услышал, скорее всего, подъема девайсов. Мало патронов было в Галиле, но с дигла он его вообще прекрасно, по-моему, заманцевал с бунтом. Но оппонент, опять же, был красный, там минус должен был быть уже... Красавчики, красавчики! Вот сразу же показывают, что на Дасте такой легкой игры не будет. Покупают девайсы. Ну и у Лимондо, кстати, появляется дигл у Spitfire. Ну и, по-моему, в принципе, все по девайсам. Там Изи Вин Нипов, вот кто-то мне написал, да неинтересно, типа... Ты что? Маус и Спортс, там Rattlesnake же. Тут что, там британцы, которые на ЦГСе рулили в Сурсе. Там на самом деле крепкая команда. 5 гранат купила команда Лимондок сейчас на эко-раунде. 5. И бросит их на себя, похоже, да? Давай смотреть. Они тут взяли, просто открыли Б, тупо СП 250, опять же, плюс 2 девайса, еще одна граната. Да ладно, бомбу ставят, что творят Лимондоксы, уже кольт в руках, ой-ой-ой, 2 кольта в руках, какая проблема у абсолютных легенд. Все это произошло, пока ты считал гранаты. Да, под флешечку пошел врыв, Лиди не идет пока что, да, не готова команда, не готова к врыву. Флешки, еще одна без флешки, РДЛ минус, чек, тупку не прочекли, нормально, там, в принципе... Присядка сидел, Сайп его не заметили. Минус 3 от Сайпа! Ключевые. Ой-ой-ой. 29 хп. Черт возьми, не проверили за москвичом. Как так? Вообще обидно. Ну, печальный, конечно, раунд. Везет пока что Лимондокс. Я тебе скажу, да, слэма. Ну как везет? Просто недооцененные просто команды, везет. Как вам сказали. Я буду придерживаться того, что мне сказал. Недооцененные сорсеры, да? Не, ну в Source Community может такое быть абсолютно. Ну, я думаю, это реально... Ну да, хорошо, ладно. 1.6, скольких людей недооценивали много раз? Того же Гидрайт, это самый недооцененный игрок был первое время. Я оказался самым переоцененным, да? Я оказался, да, самым переоцененным по версии Пита, но пока что Пита, как видим, особо сильно якорь со дна не поднимает, и тяжело будет чуваку. РДЛ, аркад 0, здесь выход под Б, там, как видим, куча-куча игроков, нападение уже стоит. У Пита опять есть план, и Пита падает. План Пита не сработал, минус от Сайпа, и Б-плент вновь занимает Лимондокс. На выбивание будут Absolute Legends играть, девайсов, разумеется, не на выбивание блунта, а на выбивание девайсов, подождут какого-то экшена от атаки, и, может быть, она замутит себе АК, может, даже 2. Ну, Твист уже казнил РДЛ на респе, 2 в 5, и Лимондокс идут давить, минус Лиди, Лаз Знил. Знил попытается сейчас пойти и сыграть, наверное, против УВП. Нет, остался, он стоит на грибах, дает флешечку, и вот тут вообще плотно накрыл Сайп, очень-очень плотно. 4-1 в пользу команды Лимондокс, сейчас будет девайсный раунд от Absolute Legends, давайте смотреть, что купят ребята. Так, есть АВП от Питы. Что купят ребята, да? А что купят ребята? АВП купят ребята. АВП? Да, Пита будет показывать, насколько он крутой снайпер. Но сейчас посмотрим. 2 диффуза всего. Такой вот полунабор гранат, только у троих. Ну, тут 2-1-2 у дефенса, и сейчас Пита может даже... Нет, Пита... Пите никто не достанется сейчас. Пронекс Б. Как видим, здесь уже есть какие-то попытки вот у Знила сыграть очень. О, его еще и подсадили, походу, на этот великолепный ящик, либо он сам на него запрыгнул. Тут, в принципе, с угла можно. О, и он, естественно, дожидается атаки по медлу. Но нападение свой план, так как нет на меде дыма и отсутствует ВП, они свободно занимают парыч. Проходят на него. Да, очень легко. Вот мы помнишь, вчера наказывали за то, что отдавали парочку команды, да. И сегодня, наверное, будет такая же. То же самое. Ну, смотрим. Ну, тут смотри, как играют против рекламы, интересно. Может быть, будет какое-то магическое выбивание. Все, парыч топнули, Зенил должен был слышать. Ой, попал микрофон. А бомба еще пока что в нижней тэшке у Цайпа, и они, ну да, они побезопасили Б, пробежали там, не увидели никакого... Ничего необычного, в принципе, дефенс сидел в позициях, и в итоге апленд занят, и смотрится фактически все. Все, встречу. Можно сейвить, Твист дал минус, можно даже никуда не идти, не рыпаться в этом раунде, и счет 5-1 в пользу команды Лимондокс. В принципе, проиграли, опять же, позиции. Ну вот встали на длине вдвоем, могли бы, в принципе, поджать ее, зайти в банку, но, опять же, с АВП это делать не рекомендуется, минус спокойный против РДЛ от Спитфайра.
в жесткую крысу сыграл Спитфайр, но зато сработал, сделал минус, фраг от Лиди в размене, это, ну, закрытый парыч. Пронакс, минус, 3-3, выбивание продолжается, Пронакс давит парыч, минус Сайп. По одному идут Лемондок, сейчас ключевая позиция от Фондала, и он тоже падает, за него убивает 1-2, вот это вот Лемон... Вот это вот лимон. А что со временем? Я не слышу звуков просто с слэм. Ну, бомба еще чуть-чуть взорвется, но здесь 1-2, и надо как бы не дефить, а убивать было сейчас Спитфайра, но Знил занимался дефьюзом, бомба взорвалась, Спитфайр никуда не успел уйти. Ну и отдали все девайсы. Ну что они делают? Ну да, выбили все девайсы, но это явно не на руку сейчас команде Absolute Legends. Глупо было вот. Ты не мог бы сделать потише у себя там? Наушниках? Да. Да. Я пытаюсь контролировать наш звук, он настолько хаотичен сегодня, ну ладно. Ну он сам по себе. Ну а здесь АВП от лимонных псов, твист прочекал мид, выстрелил, попал по Пронаксу, 19 хп оставил ему на пропрыжке, тот занимает Бенычку. Ну и у Лемондокс, как видим, 4 под баночкой, будет выход 0, и конечно же контра Парыча должна быть, контра Тэшки, под Б никто не попал, опять же Б смотрится пассивно, и там под номером 8. Да, играет Спитфайр, он как раз таки в ожидании здесь какой-либо аркады, твист уже оцепил РДЛа. Но обычный раунд против Эка, при том, что на дальних дистанциях Лемондокс будет контролировать ситуацию. Но выпад мид подготовила, защита, посмотри, тут будет выпад, но без флеша. Сейчас, если нижняя тэшка убивает, то не, ну, они должны синхронно же выходить. И вот нижняя тэшка убивает первого и уходит вверх. Да ничего не будет. Это дал минус, вот выпад-центр. Выпад-центр проиграли. Проиграли здесь Лемондоксы. Тут без шансов. Абсолют Леджин с Лимоном сам. Тут просто, знаешь, идет уже игра действительно так, как я и боялся, что сейчас Лемондокс могут просто очень жестко прибить за атаку абсолютных легенд, на двух картах закончить четвертьфинал, ну и потом мы будем выбирать все-таки, какой же полуфинал нам смотреть, и с полуфиналов ну, начинаются серьезные игры. Я ставлю на них Мау Спортс, я считаю, что этот матч будет реально очень-очень жестким. Я думаю, что Мау Спортс способны Давай ты сделаешь голосование в нашей группе ВКонтакте. Не-не-не-не. Ну просто хотя бы по крайней мере узнаем мнение людей. Вот в каком CSLTV, просто узнаем, что думает народ. Давай тогда ты этим займешься. Да, не вопрос. Потому что у тебя целый ноутбук, а я тут на кнопке. Хорошо, хорошо, давай. Я просто даже не ВКонтакте. vk.com/kssltv, сейчас будет голосование, какой полуфинал мы будем смотреть. Первый или второй. ВГ против кого-то там, скорее всего, против Лемондокс, либо Непов против Мау Спортс. Но я вот на Мау Спортс буду верить. Я вообще верить буду в любую команду, которая будет играть с Непами. Потому что мне хочется, чтобы их реально на этом турнире наказали. Тем более у Маус, друзья, состав из 3 великолепных британцев, 2 норвежских старых игрока, Стингер, ПРБ. Да, вчера эти ребята разгромили копенгагенских волков. Одна из команд, которые предписывали на самом-то деле доминирование в плей-офф-части. Ты помнишь первые там годы КС уже, когда начались турниры, КС нашего любимого, тогда команда НИП более почти 3 года не проигрывала. Я боюсь, что может то же самое случиться сейчас с выходом КС ГО. Да ничего не случится, все нормально, перевернут ребят, это другая игра, и здесь можно быстро адаптироваться. Сейчас будет выход мид и Б, это сплит, как видим, атака все-таки решилась на этот коварный шаг. Смотрим на Порева, и Порева падает сразу же от фонда на... Ой, пуш Б, 3-2, сплит, и там на Дэнси у нас... Один-единственный пит, которого сразу отмораживает Берг вместе в ассисте с кем? Непонятно с кем, но это уже не важно. Факт в том, что Б выбили. Ну и сейф 3 девайсов от команды Absolute Legends. Лемондокс пока тотально доминирует. Ну а тем временем на второй карте Very Games уделывают команду Team Dynamic со счетом 9-3 пока. Первая половина там скоро подойдет к концу. Ну и я, наверное... Скажу следующее, что тот матч смотреть было бы реально глупо, потому что там 2-0, явное 2-0. Тем более ВГ всегда обыгрывала американские команды, так что все окей. ВГ как минимум в полуфинале. А тут будет не 2-0. Но тут знаешь, тут мне кажется, что вот если Лемондокс сейчас обыграет Absolute Legends, и тут Лемондокс еще, ну, поборются с ВГ, поборются. Сложно говорить вообще о ВГ, но я буду только счастлив, если ВГ не попадут в финал этого чемпионата, потому что... Хватит, потому что пора баю-баюшки парням делать, закругляться. А может просто потому, что они отказались от участия на Старсерии, я на них слегка расстроен. Не на них, а в них слегка расстроен. Но они выбрали поездку на турнир в Прагу. Эх, дела-дела. Ладно, здесь выход Тэшечка. От Лемондокс вчетвером сразу занимают на контроле Пита. Опять же с кольтом Пита будет играть очень-очень в агрессивной позиции. На случай раша. А Лемондокс вот своими позициями показывают то, что они хотят раздобыть инфу о медле. И раздобыли опарычи. Минус есть от Спитфайра. Флешки мид влетают. Развели на экшен защиту. Это инфа. Самое главное врыву этому не проиграть. И попытаться как-то отсидеться в темке. Ну вот почти это получилось. Только Лиде удалось еще зацепиться за Берга как-то.
На 3-3 ситуацию вывели, но Бэплэнд уже атакован, и атака там себя чувствует комфортно. РДЛ, Аркада Парыч, именно спидфайр в нижней тэшке. Не выбили тупку. В Бенджи бумбокс, но на под гранату там остался красный Пронекс, его изолировали 2 в 2, и сейчас будет розыгрыш очень контактный. На врыв никто у дефенса не идет, будут пытаться сыграть на замыкание с двух сторон, попытаются замкнуть плент. РДЛ пока что в тэшке ждет инфу от своего тиммейта, Лиди ждет врыва на себя, бомба бумбокс от Сайпа. Ну, там будет здесь трейфиться просто за ящиком и ждать удобного. Так, друзья, голосование пошло vk.com/csltv. Одним, а тут Лиди врывается и бумбокс от Сайпа. Ну, РДЛ, нет. Твист решил. 8-1 в пользу Лемондок. Ну, по-моему, почти все решено. Почти все решено. Еще 3-4 раунда для Лемондокс и... Можно паковать девайсы парням и что, если по домам. На трамвай домой. А что если будет камбэк? Вот у... А, не будет. Legends. Не будет. Не будет. Ну, как слишком же, уверенно уже играют эти Лемондокс, еще жестче, чем на Инферно. И... Ну как жестче? 8-1. Абсолют Legends урвали один раунд. Они играют за слабую сторону, опять же. Но вот один раунд это пока еще не показатель. Вторая половина решит, вообще решает атака. Вот я считаю, что решает атака, потому что реально ну, можно придумывать безумные просто вещи. Реализовывать их, брать за счет этого раунда. Как бы и у Absolute Legends, я думаю, фантазий хватит. Но опять же, если они от опыта на этом турнире играют, то будет пацанам сурово, больно, плохо и все такое. Пока что рисую крестики на парапете. Ну, мы как видим, здесь двое. Это выпад мид, под флеш, скорее всего, и там уже вот так готовится отдымление. Из него дал дым, выпад ну, сыграли. Смотри, да, слишком порвался, долго играет раунд Лемондокс. Порвался Лиди. Слишком долго. Все, вся команда стягивается смотреть длину. Ой-ой-ой. Ну и посмотри, Absolute Legends прооркадили СБ. Ну, Лемондокс понимает, что мид они уже проиграют в любом случае. И... Да, но они еще не до конца понимают, что их уже окружают со всех сторон. Да-да-да, но... Хотя нет, смотри, они уходят на Б! Тут стрельба решает, и один игрок забирает спину. Здесь выход на Аплент, РДЛ, минус один, размен от Твиста. Хорошая реакция, хорошее закрытие точки, отдымление КТ респауна, изоляция я не знаю, в респе. По какой инфе два игрока стянулись обратно на Б? Как они туда ушли? Как так? Ну, они же аркадили в нижнюю тэшку. Они же не поняли, что и верхнюю там заходил. Они не знали, где находятся, ребята. Они, наверное, подумали, что это респ, скорее всего, стяжка Б. А тут уже на подъеме война от Питы, друзья, ВП от Твиста. И он казнит Питу. Ну вот еще один игрок защиты на него сейчас выйдет. Фаззумчик не работает. Дигл и длина казнит. Это Лиди минус. Нет, с длины кто заходил с длины? С длины заходил. Пронекс. Да, Пронекс заходил с длины и покарал. Но он там тоже выходил на ВП. Второй раунд для абсолютных легенд. 8-2. Хотя спорный, за счет стрельбы молодцы, конечно же, сыграли, но очень уверенно защищались, находились в движении. Аплант вообще не был готов к любой атаке с длины, с парыча. Они там ну, просто стояли, вот как, я не знаю, как грибы, так их было видно. Знаешь, просто стояли. Громадные такие. В Алисе в стране чудес. На пленте их видно, их просто отстреливали так. Ну, как-то вообще жестко сыграли. Кто ж капитан этой команды, мне очень интересно. Кто ведет абсолютные легенды в бой? Кто там самая главная легенда? Так, Аркада Б. Пошел. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Лаваш зажимает, но здесь никак в 1.6. И, конечно же, проблемы сразу возникают. У него падает. Да тут и в 1.6, знаешь, не, проблемы. Смотри, прикол в том, что спидфайр открылся, мид. По одному попал, второго накоцал. Б пустая. Вот. Ой, он убегает. Твист уходит в респаун. Будет играть долгий раунд. Спидфайр бежит, твист, говорит, твист, ты чего, твист, говорит. Твист просто боится поджима с длины на респы, поэтому он пошел. Спидфайр говорит, ты чего, как ты, что ж ты делаешь? Сам идет в атаку, выкинул все гранаты, молодец, конечно, ну и ушел с точки. Просто красавчик. Это типа развод, уже увидели АВП на длине, пытаюсь, сейчас убьют здесь, наверное, Твиста. Он тоже выкинул все гранаты на длину, убегает уже в центр. Либо бежит по парочку, куда уйдет, интересно. Последняя граната. Нет, еще две. Тихо. Дым. Не, мид пытаются. Они пытаются мид здесь раздуплить. Дым на мидл. Если будут выходить на лиди, конечно. Ой, какой хэдшот с АВП, жесткий. Это жесть. Ключевую позицию забирает. РДЛ дает размен. Смещается на КТ. Жесткая ситуация 1 на 1. 36 секунд до конца раунда. Забирает бомбу спидфайр. РДЛ чекает мид. Мид пустой. Видит дым. Понимает, что, скорее всего, чувак уже в очке, да, и спидфайр проваливается в это очечко. Ну почему долго здесь был РДЛ? Его офлешили, смотри, и он отходил от флешки. Царская флешка от РДЛ. За спину флешка. Просто пошел забирать последнего парня. У спидфайра проблемы. 33 хилса и контролит его РДЛ. Криво открылся РДЛ. Хитшот, дефьюз бомб. 8-3 благодаря РДЛу. Найс, кричат шведы. Но если бы не сейчас собрались, то уже, наверное, никогда по ним не смогли в этом четвертьфинале собраться. 8-3, молодцы. Ну что, 5 выдавят из себя ли абсолютная легенда или нет? Не знаю. Я тоже не знаю. Вот никто не знает, наверное, смогут они это сделать сегодня или нет. Но мы продолжаем смотреть DreamHack, друзья, сегодня
после этого четвертьфинала. Потом мы смотрим полуфинал, потом мы смотрим финал этого чемпионата. И, в общем-то, давай не будем пока в финале, давай смотреть самые интересные матчи. Твист, зумчик в мид и прострел Пронокса. Тыр-тыр минус по голова, и это жесть. Это отличные жесть. Комментарии, Слэм. Ну, посмотри, посмотри, как он просто развалился здесь. Его разложило прострелом. На самом-то деле Пронок зря вообще так сыграл. Она была аккуратно играть, зная, что там может быть ВП. Не, нормальные парни просто дают дым вот сюда, как бы, да, вот прямо сюда. И спокойненько проходят на Б, бегают с БНА, как хотят. Ну, Парыч вырисовывает Сулеймандокс, хотя, может быть, и пойдут на центр, но скорее нет, это Парыч, план туда, три Парыч, под но флешки от Спитфайра, по идее, нет, просто без гранат заходит. Генерал Знил уже готов принимать оплэн. Ой! Добавок есть еще вместе. Ну, будет откидывать Парыч или вот нет? Сейчас один молотов плент и все. Нет, не откидывают Парыч, даже гранаты не подоставали. Зачем, если они знают, что есть агрессор как минимум на миде, а то, что одного на Б уже убивали в начале раунда, зачем выходить? Надо просто подождать. Я говорю, не выходить. Я говорю, защита не откинула гранаты, могла там нормально нажарить пацанов, но что-то... Это развод дефенса на экшен, просто обычный банальный тут, развод. Тут, знаешь, как будто Саб-Зеру прошел. Кстати, и заморозил внимание, пацанов. Что гранату защиты не так-то много, две флешки всего лишь осталось на всю команду, а вот у атаки есть флеш. Флешка, две боевые, три боевые гранаты, две флешки. Все, и минус Парыч, один. Минус Лиди. В центре сейчас будет минус. Вверх пошел кушать под Б, но нет, Фита в принципе справился. Вот РДЛ сейчас может А разменять на самом-то деле, дает прострелы. Но не попадает, его сейчас здесь должны, в принципе, два девайса закрывать. Не, ну тут на пленте явно проблема. Я тебе говорю, здесь прошелся с Абзеру и нормально так отморозил там пацанам все, что мог. Вот они стоят как будто вот под чем-то. Вот. Тут Пита красный еще пытается выйти, РДЛ дает минус, его разменяли. Ну, предсказуемо, Пита, что ж, Пита, 5 хп. Ну, давай, до свидания, говорит Пит, и убегает сейвить девайс, естественно. Здесь уже не имеет смысла просто бороться с кем-то. Да, вот вряд ли он сможет выжить, потому что тут его уже плотненько начинают загонять. Ну, Сайпес, Респа. Да. А, нет, остальные не загоняют, но сейчас может и выжить. Хотя нарывает, смотри, сейчас тут зависит от тайминга. 5 хп, понимаешь, 5 хп тут не выжить, реально, Сайп забирает. Не, ну если бы он выходил бы и, знаешь, в этот момент спиной, потому что он туда-назад смотрел, тогда вот могло повезти Питти, но не повезло. Ну и 9-3, Лимандокс в шаге, в принципе, в двух шагах от счета. 12-3 в трех шагах. Но надо брать. Но это-то они точно возьмут, десятку набирают. Пистолеты потом могут просто все закончить, если они сейчас выиграют 12-3. Поэтому надо еще что-то делать и что-то брать абсолютным легендам, чтобы не зависеть от пистолетки. Ну, по-любому, и это поджим длины, выход на Цайпа. Цайп сразу просто ставит первую банку РДЛу. Тупо не давая играть враж парням, разбрасывает с банки флеш, выходит, знает, что яма белая, минус яма. Ну вот минус почти яма, но попал. Не очень он, конечно, твердо, там позднил. Его тиммейты, кстати, тоже вышли, и они пытаются крыть дефенс, крыть длину, запирают яму, в яме последний, там вообще тетерев взнил, дается на ура. Надо было открыться просто с тиммейтом и сыграть, как реально мужик с яйцами. Видишь, Слэм, а ты боялся голосования. Ну, а в спину смотри, вот Пронекс поджал. Да нет, это вот сейчас законтролят. Что голосование? Боялся, боялся ты я зря. 80% за то, чтобы 79% за то, чтобы мы смотрели Нип Маус Спортс. Конечно, тут встречу надо посмотреть. Просто Маус должны постараться как минимум подготовиться. Там, понимаешь, там все игроки с опытом гигантским, они умеют готовиться к такому рода полуфиналам. И целью Мауса Спортс, конечно же, сыграть достойно. С Нипами, я думаю, даже обыграть. Конечно, Нипы, скорее всего, перевернут, но я хочу посмотреть на борьбу атмосферы. Вчера они просто Волков великолепно обыграли. Это вот был безумный матч, непредсказуемый. А Волкам приписывали вообще там проход по факту по сетке дальше. Вот. Тем более, что у Мауса Спортс как бы сейчас тестовый состав, насколько я понимаю. И меньше ответственности, больше действий. Возможно, мы увидим какие-нибудь легендарные действительно фраги. Здесь пока минус на длине от Сайпа, аркада от Питы на мид. Его сейчас должны, в принципе, с респа забирать спокойно. Минус реклама, изолировали. Берг прошел на плент, крытие КТ от Твиста. Ну и все хорошо. Парыч только вот единственный, кто разыграл, это Пита. У него тут есть калаш и ФАМАС. 2 в 3, Пита будет стараться, конечно же, продолжать создавать давление на. Нельзя просто так в защите гулять. Но вот Пронекс, наверное, к нему особо не питает теплых чувств, чтобы прийти и помочь Пите. Это сейв двух девайсов, скорее всего. Да, Пронекс просто за ним пошел, чтобы его забрать. Нет, это выбивание, две флешки, Пита пошел. И выходит первый, здесь один белый, флешка плент от атаки. С рекламы уже забирают Питыча и минус Питыч. Все, Пронекс ласт. Это сейф, 1 в 3. И это будет не агрессивный сейф. Аккуратненько спасается верхний темный товарищ Пронекс. И его никто даже не идет искать. Лимандокс понимает, что здесь нужно прятаться, выдавливать. Абсолютные легенды. Абсолютно без денег. Потихонечку абсолютно вообще выглядит очень мрачно.
На последнем-то раунде первой половины это жесть. Чё-то из Нилс Фомаса не тащит совсем. Да, вот в 1.6 он вытворял. Слом, если будет 2-0 и я засну, то это ты виноват, говорит мне. Вот. Нужно время, ребят, нужно время. Ждем еще полгодика как минимум, и у нас пойдут очень интересные чемпионаты. Так, я думаю, мы соберем просто с тобой с Юрой Страйком команду, выиграем все. Да-да-да, вот. Выиграем в нарды всех. Да. В нарды. Приходите к нам в арену, да. Мы катаем в нарды, на арбузы. На арбузы? Я не знаю, к чему сказал, ну просто... Ладно, поехали. Ну и мид от Лимандокс. В принципе, они тут уже не такие сдержанные, как были в начале этой половины. Играют девайсные достаточно открыто. Вот, например, агрессор Твис ВП действует очень-очень нагло. При том, что он играл на чек, он знает, что в пленте есть игрок Фенса. И Лиди ставит хедшот. Один берс зашел хорошо, второй берс пошел. Я думал, это Знил уже достал свой Фомас. Не-не-не, Знил пока с Фомасом здесь не очень. Спитфайр в центре поймали. Пита, куда ты полез? Ох, дружище. Б полез тоже в Т-шку. Посмотри, есть минус. Но Пронокс более удачно играет. И еще уходит. Какой красава. Ну, хелпа будет. Нет, его жмут. И минус 3 мог сейчас дать. Остался Фандел красный. Ну, вот этот парень... 5 хелсов. Постоянно остается живой на перестрелках, но почему-то не реализовывает, в принципе, свой перевес. Все. Просто медле спокойненько запирает. Снил 4-1. Летит такой по Т-шке. Такой, вообще. Да, летит по Т-шке. В ожидании чуда. Ну Литон. И, как видим, 2 MVP у РДЛ, у атаки вообще все замечательно. 19-7 настрелял Твист, Спитфайр 13-6, 4 MVP у... Ну, 11-4 это, конечно, интересно, но пистолетного и оружейного хватит атаки в данном случае команде Лимандокс, которая сейчас будет, конечно, сурово, точнее, защите. Америкосы делают камбэк, делают 10-9 тем временем. Ого, команды. Вот это новости, на самом-то деле... Видя такую довольно холодцовую игру от команды Динамик, я сейчас удивляюсь, как они там так подсобранно играют. Ну, молодцы. Там, понимаешь, там сражаются две команды и Сурсы, которые тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык зажим. Вот не будем, знаешь, вот тоже Сурсеров обижать, там есть тоже очень много талантливых, хороших и тактиков, да и стрелков. Мы не обижаем, я просто говорю, что там принципы есть. Там есть принципы, как бы, Динамик. А то, знаешь, мы вот создаем имидж, что Сурсеры по дефолту это плохо, они кривые все и вообще... Руки у них у всех оттуда, вот на чем мы сидим. Ну а лимонные псы что? На первом пистолетом принимают сразу же длину, убивают двух игроков атаки, которые являлись ключевыми в сплите на аплент. И по факту выбивания аплента будет осуществлено тремя игроками защиты с длины. И тут уже, в принципе, пошла. Да, пошел сбор голов, как бы куча-куча флешек, снил плент ласт, 1-5. Баба ягодка опять! Удачи тебе, снилуха, братуха, лови в голову и падай ухом в плент. Все, 12-4, и у лимонных псов сейчас намечается дискотека. Знаешь, я, если честно, сидел весь раунд и думал, что это вармап. Настолько уверенно летели Лимандокс, вот знаешь, кто, там кто-то хэдшот, говорит, хэдшот, что они не против Эри Геймс в финале. Знаете, я глядя сейчас вот на команду Лимандокс, думаю, что не по Лимандокс в финале могут оказаться, если лимонные псы реально будут играть собрано против Эри Геймс. Ну, почему бы и нет? В шведском городе Копинг... Йончопинг. Йончопинг, правильно? Ну да. Ты спрашивал у Саши? Ну, вообще, Йончопинг произносит шведы, вот как мне сказали. Кто тебе сказал такое? А Саша еще в том году. А кто тебе такое сказал? Саша в том году. Саша в том году? Да. Хорошо. Но можно говорить Йончопинг, потому что добираться до него реально долго. Хорошо. Так, ну а здесь пока что выход Парыч от Абсолют Legend. Сейчас будет абсолютно легендарный слив. Мне вот интересно, что будет Берг делать на самом-то деле. Берг будет делать мувик. Давай, снимай. Сразу, чтобы нам отрезали этот кусочек. Все, поехали. Так, смотрим. Минус один, минус два. Выходит Берг такой. А тут уже все мертвы. Опоздал. Опоздал. Там Сайп всех порвал. Он сидел с этой флешкой, держал ее в руках. Ой, сейчас приму под флеш. Красиво. Будет текшен. Так, пока он думал кидать ему флеш, выходить, Сайпу всех убил. Там такие четыре трупа на Парыче. А-а-а, просто на заходе. Морозные волки, эти лимонные псы, на самом-то деле, отмораживают они Абсолют Legends. По-моему, Пита уже не уверен в своей игре на все 100%. Кто-то написал, мыши на DreamHack, темная лошадка. Вообще на DreamHack все темные лошадки, кроме нипов, да. Да, кроме нипов, там тут все темные лошадки. Вот... Я бы даже сказал, охеренно черные лошади. Такой табун такой черных лошадей. Именно носятся они, конечно, здесь плотно. Ладно, мне финские больше всех понравились. Не, финны, они не темные лошадки. Финские кони. Финны это регулярно нашей стар-серии, и это крепкая команда. По крайней мере, там играет Нату Насу, и вообще респект этим парням за то, что они столько лет. Да, да, но там когда-то, есть один... Когда-то я начинал играть, есть один парень в их команде, который вот не тот, ни Насу, ни Нату, и ни Хасу-Масу, короче. Рефлекс, что ли? Нет, я вот забыл его ник, у него такой тап-тап, который вот этот... Один какой-то смешной там ник был, на К заканчивается. Не помню какой.
Ну, тот, который выжимал своих в парочи под флешку и хаешки. Вот один там вообще опасный особо парень. Ну а здесь 4 в 4, выход на байт одного из игроков атаки. Бомба, кстати, уже в тэшке тоже стягивается. На приеме, как видим, твист его забирает быстренько Лиди. Отлично сыграл. Москвич его не прикрыл. И знал, что позиция в тульке. Легенды идет. Молодцы сейчас. Красиво играют раунд. Тут уже скорее сейв, наверное, там у Лимандокс. Хотя нет, да нет, Берг тут минус. Не будет, тут не будет сейва, здесь сейчас пойдут тащить. Будут бычить, здесь как, просто как сейчас, говорится. Да здесь сейчас столько уверенности у этих да, парней. Да, идут. Что... На, наказали сразу. На, гори тут сам. Ой-ой-ой, Молотов опасно. Ушел. РДЛ сделал минус, и последний Берг спасает свою жизнь. Как сложный. Ребенка наказал, с гранатой в руке. Эх, хочу НИП с Лимандокс в финале. Неинтересный тогда финал будет. Ну как же неинтересный? Лимандокс, как я смотрю, очень интересный. Ну вот видите, Абсолют Ледженс им конкуренцию не могут составить. Эти парни очень много тренируются в CSGO. Так что... У Лимандокс тут явно есть план банан какой-то. При том, что к этому турниру сразу видно, что они готовились. При том, что готовились по полной. Они не участвовали в онлайн-лигах, им было там наплевать, что их там никуда не приглашают. Им было реально на это положить, они просто подготовились, приехали на DreamHack. Вот у шведов есть DreamHack, все, они туда едут и доказывают всем и все, что хотят. И вот сейчас они, по-моему, доказали, что они крепкие ребята. И на стадии полуфиналов уже будет, конечно, другая немножко от них игра. Но я буду надеяться, что все же они попытаются уронить ВГ. И буду верить в Маус, что те попытаются уронить НИП. Нет, движуха в самом начале Counter-Strike, это всегда хорошо. Давайте смотреть за Цайпом. А флеш или цайпа. Из тэшки атака играет медленно. Никто никуда не торопится. Все хотят максимально выгодно сыграть для себя. Но Absolute Legends пока еще не сдались. Об этом говорит их медленный стиль игры. Ну да, пока еще пациент скорее жив, чем мертв. Поэтому он еще пытается что-то сделать. Борется за жизнь команда Абсолютной Легенды на этом чемпионате. Ну и решают сделать самый, наверное... По статистике популярный раунд через фарыч на втором дасте. И скорее самый проверенный. И вот сейчас еще его часто отдают, поэтому решают именно здесь пройти. Так, полетели флешки в Берга. Ну что ж, пошел выход, смотрим. Все, танцы, обниманцы начинаются опять-таки от абсолютов. Минус на Волге быстренько. Спуски тоже должны подрезать очень четко. Даже выходят на чек длины вчетвером. Чекают, видят там одного соперника. Абсолют Водка, спонсор Абсолют Legends. Как тебе такой расклад? Да, это удивительно, почему да, нету финской команды Абсолют, но это уже нет, не финская, а финская достойно, там, Финляндия, НИПы, точнее. НИПы их в тряпки порвут. Да забейте, просто НИПы сейчас как бы первые, кто реально плотно затрачил. У них там лучшие игроки из Сур сцены, лучшие игроки 1.6 сцены. Это временно. Сейчас вон Нави пересядут, соберутся и все, и первые турниры. Слышишь, все, а берегите. Почему, я сейчас подумал, вот помнишь, ты вчера про Мибор говорил, что вот надо возродить этот тег, там, Made in Brazil. Ну. А я подумал, почему до сих пор китайцы не стебанулись и не сделали команду Made in China. Мич. Нормально бы стёб был. Мир их неправильно поймет. Ну, наверное. Ладно, 13-6, продолжается игра. А представь Made in Russia или Made in Ukraine. Ну, это как-то нормально еще там. Ладно. У нас нормальные танки. Нормальное оружие. Абсолютно классные танки делают у нас. Все нормально, поехали дальше. Ну а здесь игра быстрая на длину, от атаки открывается Пит и пытается поставить хедшот, но попадает по фонду, но не особо крепко. Чуть-чуть задел. ТП на 30. В принципе, один быстро не успел попасть. Тут пытаются продолжать длину эту пушить, раскидывают с банки флешки. Белый у нас вот этот вот фонд. Но с ним есть сайпы. Они по факту как бы здесь вдвоем должны перекрывать вот это все дело. Абсолют Ледженд смещается в парыч и играет повторный раунд, оставляя под длиной РДЛ и Знила. Их будет... тут смотри, они могут, да, сейчас вполне себе неплохо выйти. Там один игрок дефенса. Так, на КТ у нас есть Берг, который как раз-таки ждет десанта. Но десант не прошел, коцует, Лиди влетает. Сразу же здесь Берг минусует с КТ, парни просветят. Цайп минус Лиди. Отлично разыгрывают апленд. Минус 4, минус 5. Ох, 14-6, до свидания, Абсолют Legends, по-моему. Вообще, просто я пытаюсь подобрать другое слово, что сделали Лимандок сейчас абсолютными легендами. Они их Абисус, я мышку вспомнил. Они их Абисус? Да, вспомнил мышку почему-то, свою любимую. 14-6. Они как лимонили. Просто смотри, сколько там денег сейчас. Все-таки, хотя не так уж и много, но 3200, 300, в следующем раунде там будет 5-5. Там много денег у Лимандокс. Они сейчас полный фарш, все гранаты. 5 дефьюзов, все есть, все четко, все огонь. Да я думаю, нормально Лимандок сейчас закроет здесь последний два раунда. РДЛ минус Сайп. Правда, вот пытаются Абсолют Legends уже импровизировать. Знаете, быстрые выпады начинаются, какие-то непонятные. На самом деле, там мог РДЛ схватить также хедшот от Сайпа. Повезло просто чуть-чуть с таймингом. Минус от Твиста на центре. РДЛ сразу же наказали, не дали пройти по центру. Это инфа для
товарищи из Absolute Legends, но они играют что? 2Б, 2 под нулем, у них нет гранат, типа дыма, да, чтобы раздать на центр и попытаться выйти, хотя вроде даже есть. Есть гранаты, но странно, почему они не пробросили вначале. Тут какая-то, знаешь, засада, ждут длину, почему-то Пита со знилом, нет, все-таки развернули, все, забили, они боялись меда, они боялись меда просто. Ну что, Парыч? А Парыч сидит, там один воин. Парыч, вот он падает от Знила. Знил открыл, бежит Берг спасать положение на пробете. И спасает его, но там, по-моему, пуш продолжится. А что, Знил не пошел? Не, Знил только, что мы атакуем. Что ж мы атакуем или что? Пошел, хорош, минус. Я понял, идет. С Гренкой разыграли. Не, ну знаешь... Опа, и отрезает твист здесь, но не бомба. Я, конечно, все понимаю, но почему Кольт как баскетбольный мяч скакал только что нам? Ну, потому что резиновое оружие в Counter-Strike Global Offensive, друзья. Это надо фиксить, это просто... Ладно, все. Следующий шаг просто резиновые женщины. Парыч, двое игроков защиты, а Знил. Что и за позиция? Минус от Христа, Пронокс 1-2 в пленте. Все. Очень сложный момент у этого парня. Наступает, у него летит уже граната. И коцает его аж там над 40 хп. В итоге спалился Пронокс с позиции. Спитфайр ему спокойно ставит кэдшот и бежит дефицит. И теперь самый главный вопрос. Что находится в этих коробках на А-планте на Дасте 2? Самое главное, из чего сделаны эти коробки. Потому что когда взрывается бомба, они не взрываются. И с ними даже ничего не происходит. Они как стоят такие грустные, пыльные. Пишите ответы, друзья, в нашей группе vk.com CSSLTV. В любом комменте, в последнем посте к голосованию пишите, да, ваши догадки о том, что находится в этих коробках. Ну а что, тут 15-6, и сейчас Lehman Dogs попытают удачу. Легенды меня расстроили, я не знаю. Может быть, потому что они утром играют, может быть, потому что они очень мало играют. А может сейчас быть, CSGO. Просто потому что они мясо. Может быть, потому что Lehman Dogs очень неплохая команда. Все, на эти все вопросы мы получим ответы в ближайшие полгода, когда пройдет еще бы с десяток чемпионатов. Пройдет я думаю, на самом пару сезонов StarLadder. Я думаю, даже не полгода. Я думаю, следующий сезон StarLadder уже будет показан. Мы будем плакать на первых турнирах о наших любимых Na'Vi горькими слезами. Мы будем плакать за Россию, за российские команды, я думаю, тоже. В общем, были долго. Все вернется на круги своя. Ну, ненадолго. Потом пацаны натренируются и победят. Наверное. Будем. Не, я буду болеть за DotTeam, они пойдут в Прагу, я даже постараюсь все стримы сделать с практически всех матчей, если дадут это нам. Я думаю, всех интересует вопрос, будет ли делать Митя Кучев эйс с Молотова. Да. Не, дядя Митя поджигает, он в принципе и без Молотова эйс делает. Здесь Absolute Legends, смотри, КНА пробились. В принципе, да. С горем пополам. С горем пополам вышли, коцаны все. Ну, непонятно сейчас вообще. Все-таки понятно, нет, понятно. Пойдет ли твист выбивать с ВП? Сейчас обыграет. Минус твист. Нет, твист выживает. Как же так? Пронокс побоялся. Да. Ну тут правда вот поджечь котель, он пытается отспрейться от КТ, не выходит. Ну там два красных лимандога. Да, ну, сейф, сейф. Спитфайр, да, засейвит вместе с твистом. Смысла тут нет вообще идти куда-то. Все равно на матчпоинте играют, по деньгам у них вроде все, ну печально на самом деле. Там только вот у Спитфайра есть бабки. Как мы видим, вряд ли фон Дел больше 1900 получит. Ну, короче, это как минимум один безопасный эк, наверное. Так, тут написали, что это у Сэма Бен Ладен их осветил, они не взрываются. Там абсолютно легенда, домой уезжающая. В коробках лежат исходники CSGO. Исходники CSGO. Секс, наркотики и рок-н-ролл. Секс, наркотики и CSGO, вот это вот нормально. В коробках письма находятся. Китайские там лежат. Кирпичи. Интересные варианты. Ну а здесь тем временем 15-9, и Spitfire компания, они же Lehman Dogs, сейчас попытаются взять свой последний 16-й раунд против команды Absolute Legends. Те в ответку, кстати, не сдаются и разыгрывают L-Plant. L-Plant. Два респ ждут длину, один мид выходит RDL, очень нагло, снова, наверное, попытаются забросать Парыч, может даже открыться на мид. Ну вот как видим, будет, видимо, попытка захода сейчас на... Б от Absolute Legends, судя по тому, что они туда все стянулись, и три пойдут Парыч. Нет, три пойдут мид, это сплит Б. Это сплит Б, и веселье начнется, наверное, вот с этого парня, который сейчас должен принимать фактически всю атаку входящую. Минус 2 было исполнение, минус 3 будет, нет. Лол. Он там плотно должен был сейчас все попасть по последнему. Вот фарш, а. И вот последний всегда остается Пит, и с ним, в принципе, здесь уже должны расправляться. Слушай, но он там на самом-то деле 5 раундов ждал своего часа, терпеливо просто по полторы минуты стоял за этим углом, и вот я сейчас за жгу, и вот он зажег в последнем раунде, парни сделал кричат. Минус 2, не смог сделать минус 3. Да, это сняли на видео, это пойдет в мувики, он обнимается со своей командой. Оу, е, оу, е. И все. Да, все, короче, отлично. Ну что, команда Absolute Legends отправляется с этого турнира далеко домой, до следующего чемпионата, ну а мы к вам вернемся через несколько минут.